харьковских колониях 15 лет нарушают права человека, 15 лет людей убивают, 15 лет людей насилуют, людские судьбы решают администрации колоний, они могут сделать все, убить тебя, покалечить тебя. И прокуратура, и президент об этом знают. Почему они ничего не могут сделать? Объясняю. По словам Николая Швеца, участника акции под ГПУ и бывшего осужденного, в тюрьмах Харьковской области процветает рабовладельческая эксплуатация заключенных и жестокие пытки и унижения, которые применяет местная администрация, чтобы сломить у всякое желание заключенных защищать свои права. На этом фоне коррумпированными сотрудниками пенитенциарной системы присваиваются миллионы бюджетных денег, положенных осужденным. По словам мужчины, высшие органы власти осведомлены о происходящем, но ничего не предпринимают. Она, в принципе, произошла от нарушения прав человека. Вот смотрите, что произошло у нас. В харьковских колониях 15 лет нарушают закон, нарушают права человека. 15 лет людей убивают, 15 лет людей насилуют, 15 лет судьбы, это людские судьбы решает администрация колонии. То есть они могут сделать все. Убить тебя, покалечить тебя, в задний проход дубинку засунуть. Но этого в законе нету. Но они это делают. Это значит, допустим, это не на уровне Харьковской области это все происходит. Потому что если закон ты нарушаешь, то там гласит, допустим, 391 статья. Если ты отказался выполнять законные требования администрации, это с нуля до трех. То есть тебе могут дать за это срок. Но там в законе не написано, что могут убить, могут покалечить, могут тебе дубинку в задний проход засунуть. Где они это взяли? И на уровне Харькова это не решается вопрос. Потому что если начальник колонии об этом знает, это значит знает, потому что, поймите, у нас на Украине больше 100 зон. Если на любой зоне сейчас приедет в любое учреждение, приедет человек в Киев, в Одессу или во Львов, и человека там, прямо когда он только приехал в первый день, забьют и засунут ему дубинку в задний проход, этот начальник колонии поедет на лет 10 тюрьмы. Вы понимаете? Потому что такое, это же нереально. Таких нема в законе пыток. И где они вообще такие взяли пытки? Это я вам не слова говорю. Это есть люди, которые дадут показания, которые расскажут все, как это было. Вот. А там, в Харьковской области, почему-то 15 лет убивают людей, 15 лет насилуют людей, 15 лет запихивают им в задний проход дубинки. Это кто это покрывает? А это не Харьковская область. Если в Харькове эти все командировки вот так происходят, это значит начальник управы, Барыш Евгений Ефимович, генерал-майор, он знает об этом. Если начальник управы, этот Барыш в Харькове, знает это, тогда значит начальник департамента в Киеве знает об этом. А если в Киеве знают об этом, это значит знает и Генеральная прокуратура, и Верховная Рада, и Министерство юстиции, и премьер-министр, и все 300 депутатов знают об этом. Поймите, смотрите, за это время, за этих 15 лет, еще до 2000-го, ну берем хотя бы 15, сам вопрос, поменялось 5 президентов, поменялось 5 режимов, поменялось 5 систем, а 25-е, 43-е, сотка и все остальные 10 лагерей не меняются. Они тупо стоит такой, создана государством такая мясорубка, где привозят туда людей и что хочет с тобой сделать. Объясняю, почему это так. Если произошла революция по нарушению прав человека, значит, смотрите, вот мы на сегодняшний день, не будем далеко брать, 4 года занимаемся этим вопросом. 4 года мы были в Министерстве юстиции, мы были в департаменте, мы были в Генеральной прокуратуре, вот тут объявляли полтора года назад голодовку. Нас принял Старожук, первый заместитель Столярчук. Столярчук. Нас принял, хорошо, выслушал нас. Что вы хотите? Мы говорим, что у нас на сегодняшний день, мы, люди, вам открыли концлагерь 37-го года. Вы понимаете, на сегодня 2010 год мы вам открываем концлагерь. Потому что такие пытки, как, допустим, человек приезжает туда, ему могут дубинку в задний проход засунуть, ему могут положить
забить в наручники, и прыгает помощник администрации, то есть козел этот, прыгает на наручники, чтобы наручники врезались в тело аж до самой кости, то есть потом выковыривают. Они могут смирительную рубашку человека одеть и закручивать до такой степени, и это все там на официозе происходит. То есть сидит первый заместитель, сидит врач, сидит 15 минут, 15 человек администрации и смотрят, как человек мучается. Потерял сознание, сразу раз подвели себя в наручники, на колени ставят, музыку Рамштайн включают, то есть водой заливают, с трансбоя. Это все мы доводим, и это каждый готов дать показания, который там был. Мы 4 года это все им доказываем. То есть мы открыли масштабное уничтожение людей. Вы понимаете, что то есть и прокуратура, и президент об этом знают. Почему они ничего не могут сделать? Объясняю почему. Потому что в Харьковской области есть 10 лагерей, 10 концлагерей. И в этих лагерях созданы помощники администрации. То есть это такая криминальная группировка, начинается она с тетушек своего рода. Потому что если вот так посмотреть на колонию, человек 300 именно таких, которые работают, они делятся на 4 группировки. То есть одна группировка работает на начальника колонии, вторая работает на первого заместителя колонии, третья на начальника оперативщика, четвертая на ОНБ. Вот они их спускают как собак. То есть это если перенестись в 37-й год, это те же самые полицаи, то есть такие же самые осужденные, как ты, но они называются помощники администрации. То есть они делают всю черную работу, им дают зеленую и делайте, что хотите. В чем заключается «делайте, что хотите»? То есть, если человек приезжает туда, в Киеву, вот тут, посмотрите, в Киеве беспредел не происходит, концлагеря тут нету. Концлагерь происходит в Харькове, а корыто с деньгами находится тут, в Киеве. И если взять, смотрите, допустим, есть у нас такой закон, у человека есть 8-часовый рабочий день, суббота, воскресенье, выходной, и в конце месяца ему надо выдать ему за минимальную зарплату, сколько он заработал. На сегодняшний день это 3200. Если в колонии 1000 человек, это 3 миллиона государству выдает начальнику колонии, чтобы он выдал зарплаты, правильно? Теперь смотрите, как это происходит. Вот когда человек приезжает, как со мной такое произошло, убили, прибили, задний проход дубинку засунули, на колени поставили, обиженного петуха подвели. То есть я такое увидел, что такое быть, такого не может, я не поверил. Ладно, я просидел там, ладно, я там видел эти лагеря, но я, если я оступился, я понес за это наказание. То есть я знаю, что есть такой закон, красть нельзя, воровать нельзя, угонять нельзя. Если попался, будешь сидеть. Хорошо. И вот смотрите, для чего это происходит. Когда человек приезжает, он сразу попадает в такую мясорубку, то есть это такая мясорубка здоровенная, как вот этих два дома. И туда вот эта вся Украина, верхушка, президент, генеральная прокуратура, Верховная Рада, премьер-министр, депутаты, то есть Министерство юстиции, вот эти все пихают туда людей, они их перемалывают, то есть человека со старта доводят до такого, допустим, как мне показали такое, что я год там просидел, я только думал, чтобы меня... Не то, что там дубинку в жопу это норма. Для них это ничего. Вы можете представить человеку нормальному дубинку в жопу? Это... Так, это даже не нормальному. Но за этим еще член стоит. И вы понимаете, когда уже дубинка, ладно. Дубинка это так, вот так сидят, первый зам вызвал, включил Рамштайн, слышишь, где-то там музыку перекрикивает, приходит, ляжки в крови, в дерьме, да, мне только что разорвали жопу. Продиджи и Нирвану. То есть это ты понимаешь, что каждый четверг приходит новые прибывшие в зону приходят. И если музыка включилась, это кто-то не согласен с тем, что. То есть они со старта человека как личность или вообще как человека стирают. Для чего? Для того, чтобы человек не думал, если на других лагерях присутствует закон, там, допустим, человек, 8-часовый рабочий день, пошел на работу, отработал, пришел, суббота, воскресенье, выходной, теннис, футбол, баскетбол, как нормальные люди, мы же тем более в Европу идем. Какую мы в Европу идем? Мы в петушатню идем. Я вам расскажу почему. И смотрите, и человека доводят до такого, чтобы он ни о чем о другом не думал. Чтобы только думал, что если там нема такого, там страх опережает мысли. Потому что если ты только приехал в течение 15 минут, прошел вот эти 5-6 таких именно концлагерей, таких именно пыток, что ты не думаешь, где моя зарплата, ты думаешь, как бы тебя в гарем не загнали, как бы тебя, если вы меня понимаете, о чем я говорю, как бы в петушатню не попасть. Какие вопросы?
И человек начинает, и с этого момента начинается. По 18, по 18, по 19, по 20 часов рабочий день, в 2-3 смены, без выходных, без отоварки, без ничего. Значит, получается так. Государство, это же все-таки государственный объект, государство выдает начальнику колонии 3 миллиона, чтобы ты раздал всем мужикам ихнюю зарплату. 3 миллиона на карман прилипли сразу. Он взял оттуда каких-то 10 тысяч, раздал своим козлам и закройте вопросы. А закрыть вопросы как? Это вот так собрали эти помощники администрации, 10 человек, вот этих гестаповцев. Построили 100 человек. У кого что не мая? Трусов не мая, носков не мая. Так, 20 трусов, 20 носков, 20 зубных паст. Пошли сами, купили, им раздали 5 пачек сигарет и 100 грамм чая. Вот это месячная зарплата. Теперь представьте, сколько может человек сделать норму выработки за 8 часов? А сколько он может сделать за 18, за 20 часов, без выходных, без зарплаты, без отоварки и под такой палкой, то есть под такой палкой, что там есть, если я там сидел с этим, я с этими пересекался людьми, с людьми пересекался, которые, допустим, он говорит, если я не выполнил норму, если я не выполнил норму, вот эти помощники администрации мне вешали вот сюда вот такой рюкзак спереди и сзади, засыпали камнями, и песком, камнями, нема разницы. И пока все мужики работают, он вот так метров 30 по цеху целый день бегает. Туда-сюда. Это чтобы видели все остальные, что если ты не сделаешь норму, то что с тобой будет? И теперь, смотрите, вот эти тысячу человек попадает в личное рабство начальника колонии. Таких лагерей 10. И вы можете представить, что, допустим, за 8 часов сколько человек сделает, а сколько за 18, за 20 человек? Какую норму он сделает? И теперь смотрите, получается хотя бы приблизительно миллион, а там где-то в месяц миллионов 10. Начальник колонии зарабатывает себе денег. И таких командировок в Харькове 10. И вот так взять... Миллион с одной зоны, миллион с другой зоны, миллион с третьей зоны. И это будет 10 миллионов. И начальник управы Харьковской, Бараш, приехал сюда в Киев, начальнику департамента, положил 10 миллионов и говорит, ну, если там будет какая-то жалоба, вы поняли, надо приехать, сделать вид, что вы приехали, отреагировали, и все, и все в доле. Потому что я когда там был, приезжали от Лутковской люди. Вот мы приехали, заходят, интересуются. Мы приехали от Лутковской по правам человека. Я говорю, что вы хотите узнать? Ну, бьют, не бьют, есть беспредел или нема. Я говорю, мало того. Если мы сейчас вам дадим информацию, что тут с нами было, что тут с людьми произошло, как их побили, как их изнасиловали, вы возьмете на себя ответственность, чтобы с нами ничего не произойдет. Они убежали. Почему они убежали? Потому что они не могут ничего сделать. Вот так же самое сегодня мы пришли, вот это полтора года, объявляли голодовку. То есть мы понимаем, что вот эта вся верхушка в доле. Они не могут посадить того начальника управы, они не могут посадить этого. Потому что они вначале им сказали, делайте что хотите. Самое главное, чтобы тут в Киеве корыто было забито деньгами. Вот. И такая ситуация еще была, допустим, когда мы начали вот против правительства этого, то есть выступать, доказывать людям, показывать, чтобы люди, вся Украина, Европа, чтобы знали и понимали, что вот это даже новая власть пришла. Они же работают сейчас, те представили власть. То есть, когда был Янукович. И на сегодняшний день получается так, что когда мы начали выступать, это, мы начали эту всю, вот это все зло наверх выворачивать, такой был осужденный Рябинин. Он шел по Харькову, его взяли, чем-то укололи, он очнулся в подвале, и ему говорят два слова. Ты понимаешь, вот почему у нас было вначале много, а сейчас осталось мало, единицы остались. Потому что ему поставили вопрос, ты понимаешь, против кого ты пошел? Это система. Против системы ты не сможешь ничего сделать. Смотри, на твоих глазах убьют твоих родителей, а потом убьют тебя. И вот смотрите, на сегодняшний день, полтора года назад, мы пришли сюда, объявили голодовку, нас принял первый заместитель. Да? Да ты что, мы об этом и не знали. Да ты что, какие красавцы, мы об этом даже не знали. Берут при нас, вносят в реестр возбуждение уголовного дела на Хирну, на Попова, на Ольховского. Это самые такие мясники, это что, Берия, хуже Берии, то есть, сколько на них крови, то есть. Но они до сих пор работают, то есть. И мы вот смотрели полтора года, что произойдет. На сегодняшний день не произошло ничего. Я набираю следователя, я с ним на связи говорю, что там это, есть человек, которому поломали судьбу, хочет дать показания. А я же не веду дело, оно в Харькове. Набираю в Харькове следователя, а мне никто ничего не давал. То есть дело не мое. Потом надо экспертизу провести.
Ну, вы понимаете, в Киеве бесплатную экспертизу не делают, надо ехать в... То есть нас пихают в Харьков. Мы только тут, только акции устраивали, чтобы все происходило, следствие в Киеве, на нейтральной стороне, потому что туда никто не поедет. В правом поле, вы сами знаете, есть процедура. Процедура заключается в том, что надо собрать належні докази. Але коли ми приступаємо до збору доказів, включається репресивний механізм. Тобто всіх свідків, які знають, чи можуть щось пояснити, починає система переслідувати. І з цього приводу дуже багато людей відмовляються від своїх попередніх показів. Але є дуже кричущі факти, які вже скрити вже взагалі неможливо. І досі працівники колишньої пенітенціарної служби, в тому числі СІЗО, працівники СІЗО на прикладі начальника СІЗО Хмельницького, вони продовжують працювати. От я вам покажу зараз цю картинку. Це було вбито Андрія Данілюка. Андрій Данілюк. Йому було нанесено 18 ударів молотком по голові. Тобто, ви бачите, що це не просто убийство там какое-то, это какое-то зверство. Коли це сталося? Де це сталося? Це стало Хмельницьким СІЗО в прошлом году. Мы подняли эту тему, этот вопрос. Нам обещали, что возбудят уголовное дело. К этому, как мы выяснили, причастны три работника СИЗО. ЗВК-58. Хмельницкого СИЗО. Однако прошло немножко времени, и как бы это все успокоилось, и как бы все снова застопорилось. Несмотря на то, что вы видите... Человека не просто убили, видите, прямо ему по лицу, по голове наносили молотком по голове. Это по-вашему европейские нормы? Так обращаться, еще он даже был еще не осужден. Поэтому я в двух словах хочу сказать, что мы обязаны сделать все, чтобы остановить этот беспредел и привлечь. А как остановить? Можно только привлечь этих негодяев к уголовной ответственности и отправить туда, там, где они должны находиться. Сегодня до судовой власти, до прокуратуры, до полиции нема никакого доверия у людей. Тому, чуючи ці слова, ці болі, які люди пережили особисто, в мене є пропозиція, і ми якраз цією пропозицією зараз будемо заходити в прокуратуру і це відвоювати, тому що ми будемо виконувати 5 статтю Конституції. Ми будемо створювати наглядову раду представників громади, які будуть контролювати цю владу, фактично тих менеджерів, яких ми наймаємо. Тільки так, без крові, без бійки. Ми зможемо навести лад, якщо ми будемо поруч і ми будемо контролювати ті судові процеси, які проходять зараз в Вінниці по звірячому вбивстві двох молодих людей. І людину випускають по закону Савченко, судять його за носіння зброї і за вимагательство. А двох трупів на 24-річних хлопців наче не було. Тому коли ми будемо не мовчати, коли ми будемо з вами вмішуватися в ці процеси і бути поруч, ми не будемо давати шансу. Коли ми будемо сидіти вдома біля телевізору і тільки лайкати, то і писати в Фейсбуці, то від цього над нами просто будуть сміятись. Тому я пропоную і закликаю вас створювати, об'єднувати громадські організації і представників цих громадських організацій, щоб входили в Генеральну прокуратуру, в судову владу і судову гілку, поліцію. І таким чином ми зможемо контролювати і впливати на ці процеси. Ну, мы сейчас вот устанавливаем палатку, будем собирать сбор подписей за отставку Луценко, потому как он отвечает за всю эту структуру по причине бездеятельности. При наличии фактов, доказов, свитки, потерпелых и всей базы для доказовой базы для принятия там того же судебного решения по служащим чиновникам, которые издеваются над людьми, которые в местах лишения свободы,
Их не только не отстранили от посады, их просто наше дело, наши пытки, наши вот эти все судьбы, их сливают сейчас в мусорное ведро, все выливается, и как бы мы сюда прошли, вернуть, чтобы опять настоять на том, чтобы создали независимую следственную группу. Тут надо группу создавать, потому что фактов их очень много. Мы даже сами не знаем, сколько их много. Много кто умерло, много кто там другая судьба, где случилась. Но как бы давайте начнем с тех, кто есть в наличии. И чтобы провели следствие, чтобы отстранили, как минимум отстранили от должностей этих палачей. Как максимум они должны понести ответственность юридически по закону, потому как обычный кто-то там, я не говорю про незаконно осужденных, обычный человек там украдет или телефон, допустим, совершил какой-то проступок незначительный, он за это несет наказание. Закон он должен быть един. Почему, если у тебя погоны, ты уже должен над ним издеваться? Он наказан уже так, он судом наказан. Его лишили свободы, других там прав, ущемили его. Зачем над ним издеваться? Превращать в робота в какого-то. Извините меня, сегодня правят наш, эти самые, они же сукины все наши, и правительство, и оппозиция, и эти самые, как его, в общем, патриоты православные. И же с ними. Это же все бывшие коммунисты!